Сегодня в Минске состоялась рабочая встреча губернатора Курганской области Алексея Кокорина и президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Было отмечено, что за последний год товарооборот сторон увеличился почти в два раза. Однако Алексей Кокорин и Александр Лукашенко согласились, что у них есть ресурсы для дальнейшего значительного роста взаимовыгодного сотрудничества. Оно может развиваться в сферах торговли, промышленности, АПК, культуры и здравоохранения. Так Алексей Кокорин предложил открыть за Урале сервисный центр тракторов «Беларусь», выпускать в Аргашах противопожарные и специальные машины на базе белорусских шасси МАЗ, расширить сотрудничество Беларуси с предприятием «Синтез» и организовать обмен опыта врачей Елизаровского центра с белорусскими коллегами. Александр Лукашенко поблагодарил Алексея Кокорина за деловой подход. Он обещал детально изучить предложение главы Заурали и в скором времени приступить к их практической реализации.